День добрый. Сегодня у нас 27 июня. Железнодорожная больница. Вот. Заехал и наблюдаю такую картину. Вот там лежит рыжая. Вон она сейчас на меня смотрит. Вон она подтягивается, легла на капоте. Вон она встала и отдыхает. Никому не мешает. Я так думаю, приловчилась она ловко. Вот. Но сам эффект уже. Вот спокойненько. Вот опять. Села и смотрит по сторонам. Я в шоке. Вот, пожалуйста. Вот они. Наши малые дети. Зверье мое. Это ж когда надо было умудриться запрыгнуть. И главное, не боится ничего. Вон. Обнюхивает. Прыг на крышу. Как положено. Ну что, мешать не будем отдых. Пускай отдыхает. Вот, пожалуйста. Украинская один. Вот железнодорожная больница. Вот так вот, вот так просто. А мы потом удивляемся, медведи выходят. Тут лисы он по крышам бегают. Не стесняюсь, а мы медведей боимся. Ну все, давай отдыхать дальше.